Его добавят, когда первый выход сделают на сервер. А, понял. Кстати, вот отметить хочу, лагать стало меньше. У всех такая хуйня? Ну, типа, раньше вообще пиздец было. Или, может, это реально из-за ШП количества в рейде? Чуть-чуть оптимизацию завезли. Я не знаю, я отключил Point Buffs, мне стало получше немножко. Ну, раньше вообще пиздец было, нахуй, 5 FPS, ну представь, нахуй, там пиздец было. Сейчас хоть как-то 15-20, блядь, играть можно. Подожди, сейчас новая обнова будет, по пизде все пойдет снова. 54 работают нормально, все будет. Кровосиси там катают. Да-да, кровочеры будут раком всех. Это самое. Не нахуй. Лучше кикаем нахуй их сразу с гильдии, кто короче. Надо предложить, чтобы у БМ 20 петов вылезало, короче, да. Не, заебись. Пэт, чтоб вешал отдельную рану, которая кровоточит каждый визуальный эффект новым. Да-да-да-да-да. Они непобедимо учили. Да ну нахуй. Да учитывая, блядь, с нашим составом, нахуй, сколько людей позабивало, нахуй, и закинуло, блядь, этот вонючий сирус, блядь, и нисколько не играет, я хуй его знает. Если никого не найдем, Джайна, блядь, не светит, нахуй. Ну, таким типа, составом, блядь. Это пока. Её ж потом нерфить будут, блядь. Да, блядь, что толку, понерфить. Даже занерфленную, блядь, этим составом нихуя не светит, нахуй. Ну, там реально на ней сидеть надо часа 4, нахуй, пару дней. Да. Дот 5 контент тебе ее занерфят, блядь. Ты 5 заебнем, ну там танки нормальные будут. Значит. Да и дот 5 убить можно. Просто не посидеть надо было. Или там где вкладка. Да, закрывали мы там дома. Че, поехали? А че, вы тихо? Может без одного, не? Блядь, Настя опять где-то проебалась. Дайте шкаф, пожалуйста, ничего. А там что-то падает хорошее вроде. Да ходишь хуёво колдует. Володя, блядь, наколдуй запах. А чё там следи выпало, кстати? Надо как-то побыстрее, блядь, я не знаю. Потом мы так сегодня пару боссов только убьем, нахуй. Позже, заряжай ролл. Сейчас будет запах. А чё ролл? Не ролл, именно запах. Не моя, а ролл. О, ща будет зопы. Всё нормально. Да всё. Заманите, пожалуйста, официантку. И санжура. А, что? Санжура покажет, похоже. Лежит. Заманите их, пожалуйста. Ранцы возьмите все. Желающие 4 человека в пушке. Я, блядь. Алкан Фейлс, он же Легалайз и Кринжкин. Все окей. Этот Филиз зайдут, танчишь я на том корабле. Бентли нету? Нет, слава богу. Что? Ну, поздравляю вас. Ты, блядь, ну, одна из немногих, у кого этот непобедимый есть на сервере. У меня иногда есть. Кому-нибудь нужна воля, Гер? Я слышал, ну, хастеры хорошо с ней дерутся. Я, мне там кто-то сказал, что у него 20 кристаллов, ну, распыляется. Я считаю, она распылась. На мишку возьми. Я бы спиздил. Не, ну спиздить это, знаешь, это в пугу рейде, а у нас чисто нужно по системе, так что нормально. Или я за ГП спиздишься. Блять, вопрос, хватит нам ДПС на принцов, блять. ДПС унылый пиздец. Там уж понервши, там всего 7%, там уж хватит. Еще и миликов дохуя, блядь. Я в нас верю, а ты? Ты подожди, еще профа. Бля, а че проф, изи босс, еще на открытыми глазами. Ну, на Тельту хватит, нахуй, на принцов хуй узнать. Фраза правильная, а мы откроем профа? Полетели. Жалко нельзя дивозавру укусить, бля. Мурадина только не бейте. Финик, ну, Мурадину, пожалуйста, не летай только. Мы остаемся, да? Угу. Огонь. Что-то вас мало как-то полетело, вы там мага, блядь, полгода бьёте. Где ты там? Мы тебя вообще не видим. О, нашёл. Теперь видишь? Да я обошёл по корблю, чтобы найти пиксель. Так,
Там оружейники уже второго уровня, давайте их ебнем, пацаны. Они не заебашили наш рейд. Блять! Кумка нахуй! Чё ты на агрон на нем не набил? Я оружейник. Пошёл ты в жопу, ты ему еще два стака нахуй заебашил, блять, лишних, блять. Кумка руина. Я оружейников ебашил, чё я? Резать этого... Нехуй подходить было, вагона. Блять, к Мурадину нахуй. Он же третьего уровня, блять. Можешь резать. Давай, работай. Какая разница, блядь, ты с меня этими, блядь, АУЕ нахуй, Мурадину стакаешь, блядь. Разве они получают от получаемого урона стаки? Ты что получает, блядь, у него резко нахуй с 16-20 стало, блядь, как ты подошел. Кунка, доставай арбалет. Так он может его кливом задел, поэтому апнул стак. Кунка, я ебу нахуй, ну там апнулось пиздец, говоришь, нахуй, уже он 3-4, блядь. Да хуя что-то, блядь. Да ладно, фонари бы только. Ну, блядь, 160к нахуярил по Мурадину, блядь. Всего лишь. Учитывая, блядь. Блядь, 40. Че, улетим? Не, надо, блядь, надо скидывать после этого. Ну, это, оружейников убейте дальних, этих ракетчиков ебаных. И сваливаем. Пизду. Больно бьет по 50к уже. Сейчас я будет. Все, обратно полетели. О, нихуя, я на шип залез. Мохнатого проткнули. Да что-то раньше соскальзывал, блядь. Геодату какую-то пофиксили, блядь. Страшные слова какие-то, так, Феникс опять какую-то дырку зашел, там шагом. Ты все пол шага сделал и опять пропал, блядь. Сейчас нашел пиксель твой снова. О, берсерк, у моба. Есть такое дело. Ну ты что, можем Мурадина довести до берсерка? Каким образом? Ну вот, мне просто любопытно стало. Нет у него берсы нахуй, у него он боевой низкий, да. Если, блядь, берсы нахуй. Там 99. Там ружейник, короче, под этим. Там чё, блядь, три пушки бьет или что? Чё-то вы пиздец как долго бьете нахуй. Ну, походу. Уж шестой маг или какой седьмой желает. Ну, потом посмотрим чё. 80к нормально. Ебать нахуй. Что, Володя, блядь? Колдуй. Че, да запы уже лежат? Я ж не сказал, какого лежат, типа. Да, да. Может, две штуки сразу? Беба, ты на последнем месте попушка в пушках. Че, ебать, Беба реально на последнем месте. Там зап и счет и монетка. Звучит заебись. Да. Ну и че, блядь? ГЦ, блядь. Наебал, да? А я вообще... Не, ну монетка сказал же будет. Кольцо на хиловое кулачество. Грудак надо кому-то? Не знаю, потом разберем, кому что надо. Рыбу ставлю, хавайте. Там у кого из хилов есть ДД спек, можете спекнуть в случае. Спасибо, Крик Смарин, я в курсе. В Гере только жаль, что это не работает в Гере только. Ребафните секундочку. Бжж. Оно висит дебаф, но, блядь, атака у него все равно не замедляется, но. Я уже проверял. Есть у кого дикой магии один. Штучка.
мальчик погиб у враг гнева. Мой мальчик погиб у враг гнева. Ну, Феник, ой, Феник. Хорошо, хорошо. Скидал бы мне реги, я бы тебе сделал бы. Дранош, кстати. Короче, все, кто ниже кунки, нахуй вагоны. Фи, блядь, кто ниже хули, чего вагон. Я не знаю, вот тех, кто ниже позитрона даст, вот это вообще будет пиздец, пиздец. Ясно. Не, кто ниже оружие. Кто не живой, да, те считается. Вагоны. Да, да, Феликс, то же самое. А, бля, мне раньше нету. Блять, не ставьте, пожалуйста, больше никогда эту хуйню, блять, зандаларовскую, нахуй. Вообще никогда, нахуй, она не дамажит, только, блять, FPS просаживает. А с рука-то не нерфили, кстати, блять, 108 мм. Вроде, да. А куда его еще так нерфить, блять, он так вагонный. Угу, сейчас смотри, блять, с этим рейдом бирсу упремся. Да, у нас пункты есть, плейбой, ты че? У вас всего 3 хила, блядь, нахуй. Все супер ДДшнеры. О, 5 хилов, блядь. А у меня вот динозавра, нахуй, он сейчас всех раком поставит, ну чё, блядь. Ну, мой ведь динозавр может так. Ну-ну. Не понял. Кука сейчас страхи будет шем, нахуй, ранее приведи его. Бати медленный. Пиздец, трэш, просто вары загрызли нахуй. Чё он как дохуя дамажит, блять, надо нерв срочно вывозить. Там что, блять, арабсо фармнули или что? Еще нет. А что, должны? Ну я тему создал, блять. То, что ты создал, блять, это похуй. Реально. Что ты создал, это реально похуй. Нет, в плане, типа, должны апнуть, почему нет? Ну это не те решать, XTM. Блять, Филица, нахуй ты с меня босса был. Трэш, блять, вы пиздели быстро, умирают, нихуя не быстро. Я по раге просел. Так Нику стараюсь, вот еще. Трэш. Хуя себе, блять, он улетел, хотя лужа была. Я чуть не откинулся, нахуй.
Он как-то на массе трейд набрал. Прям пиздец, две лужи кинул, все равно побежал, ты аж охуеть. О, метка на мне. Рагой. Ну это все на ДПС. Хуй знает, я уже кунку не вижу в рекаунте. Да, похоже, ты прошел поближе, а тебя в одну просто уходит хил. Там одно время что-то там, блядь, выглядывал нахуй там. Потом что-то пропал куда-то. Давай, кунка, специально для тебя весь трэш, чтобы он взрыв ебал нахуй, чтобы не сорвался. А, блядь. Дядя, не надо, дядя. Что-то какой-то вообще ДПС нет. Блять, там он Хайрина почему-то 15к дает, ну. Он ванхолики, блять. А нахуя меня просили ванхолик спикнуть? Чешка, ой, чешка, Воля. Позитрон. Чешка на шаману. Понял, блять. На обычный токен можете нитить, там отказ. Блять, а когда навара-то? В среду. Когда XTM папнет армсов. Кто пиздел на БМ, это шо? Тебе истерию на шоу кидали. Ну сон же вообще мало. 12, нихуя себе. Да, сон же пиздец. Пиво, блин. В смысле истерию? Ты кидал на динозавра истерию? Серьезно? Я не поверю, блядь. Я, да. Блин, Феник же в анхолике, шо ты это? Что за кулстори? Бля, Сунжура, а как возможно, что я больше тебя рассекающим в трэш въебал? Ты что-то не нажимал, бля. У тебя шем, у него нет шема, нахуй. Ну, у него плюс один таргет на рассекающий. Где? Ну, глиф фурики ставят. На плюс одна цель от рассекающего удара. А у тебя что, не стоит? У меня нету слота под него. Ну хуёво стояло, значит, хуёво двигался, хуй знает. Как ещё? Блять, ты серьёзно? Ты про что? Про то, что хуёво стоял? Не, он мне там ПМ навалил кринжа. Ну, короче, тут отмазки уже не катят. Да не, ну шем просто, блядь. О, колечко. Вам жара, блядь. Это я. Блядь, и плюс одна дырка еще, пиздец, блядь. Реально, блядь, салка с кетами. Блядь, все, пози, в пизду тебя нахуй. Чего? Что тебе нравится, ебать? Тебя можно только, блядь, это... выставлять перед целка, блять, охранять покой, нахуй. Да за шо, блять, я чё, мало дал, блять, или чё, я, блин. Чё хочешь, блять, встань, да. У меня геркулинский знак, я вот, полезный, как столгородный, блять, ты шо от меня ожидаешь? Реально, блять. Снимай ловушки или хлопаем? Можешь снять. У меня, блядь, ступни 245. Можно еще похилить меня, блядь, там, норка, да. Давайте урон его. Сейчас тухлого в сурве побью, ради разнообразия. Блядь, еще вонючка сагрывается. В стене останешь, просто там сильно нет. Чё, великан на первом? Да. Выбейте великана в комнатичку. Ща будет маг, налазь маг. Кунки, вонючку заберите. Ебать.
Не, все равно, пока она его ебнет, что-то не дамажила почему-то. Блядь. Армсов. Кунка слабых просто не убивает. Не, на самом деле я ждал, пока с меня стаки спадут. Ну, и ждал, пока кунка умрет. Стак, 6 стаков было, 50% минус от хила. Хоть со всех осколок падали пока что? Да. Хоть если хочется. Сколько у тебя? 15. Хуйня, блядь. Сначала... Нет, там и ДС, и кровь. ДС, и кровь. Сбили. Какую единственную принес жертву Феникс? Фениксу, скажи честно. Сука, сова лежит, ебать. Вы видели, блядь? Пузом кверху, блядь. Чем еще, тут уже поступил вопрос, кто-нибудь сетение в гильдии взял? Кого? Нет, конечно. Кого взял? Сетение. Это что такое? А, топор это зажайный топорик. А. Я уже понял, о чем. Остановитесь. Так это он только если с инжура брать, нахуй. Хуй узнать, да. Он вообще имба, он такой же рон, как у Шема, блядь. Что там с инжура? Не, с инжура бомж, нахуй. Ну, вроде бы только бегает. Его еще вроде бы ДКшки брали, либо там претроповодинчики вроде брали, не помню. Кто-то же еще брал какой-то класс, кроме варов. Ну все двуручники. Сунжура, а ты КД повесил на этот целка обучку? Ну, тогда, блядь, остаешься без осколков, ну. А кто это? Это Манол, выруби микро, пожалуйста. Манол. Замучился. Но у тебя не работал микрофон в Дискорде, если что. Ты делаешь белый шум. Да я забудь, он не слышит нас. Ну а вдруг слышит и пытается поговорить. Осколки. Так. Напишет здесь. Да, у меня до доспека нету, так что похуй. Можете во фросте бегать, я в анхолике все равно. Ну, оба ДКшники. Там, где у вас урона побольше. Сейчас добежит. Заказы перенесет. Доставка? Квест в Долоране. Там, шкаф, где квест на охоту. Где квест на охоту берется, там сдается квест. Вот там верховный. Какой-то там долбоеб, короче. Аметистовая цитадель. Где квест? Так, короче, этот. Как его, блять? Первый этот спор не сносите. Вторые и третьи сносите. Я на коляске не смогу вынести, сразу говорю. Крути колеса. Ну а теперь вообще на полумав поехали. От пельменей отходим, не ловим пельмени. Милики, блядь, стойте подо мной лапкой, блядь, и перебегайте там. Справа налево и так далее. На пельмени. Давай, чё, поехали. Я первым начну сидеть. 4, 3, 2, 1. Ёб твою мать, на. Кто, блядь, там раньше пульнул, на. Милики, нихуя не видно. Не
Пелемель полетел. В миле, походу. Да. Бахнул. Первый значит меня? Не, первый не надо. Пелемель, еще раз мили. Бахнул. Ой, блядь, хорошенько нахуй. 6 человек, блядь. Нет, 7 нахуй. Кунка, как, блядь, дела на? Не видно нихуя из-за гера, демона ебаного. Мелики. Пелемель, еще раз мелики. Кунка, бах, блядь, отбежал. Двое не отбежали. Да, да. Да, это безнадежно. Споры сейчас выносим эти. Щука, щука, блядь, отойди нахуй. А щуки похуй, бах, блядь. Вынесли спор. Блять, кто-нибудь там один рисли. Мы в крест. Окей. Вправо ушли, печенька. Щука, бах, нахуй. Продолжил ебать. Сука, ебать вагон, блядь. Потому что ему нравится. Ну да, блядь, с пельмени не выходить. Милики. Бах, не милики, не милики, не милики. Это в беса вообще летит. Вынчало. Вынчало, понял. Вынчало, бах. Мили, 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 мили. Керри Грис. А, не, отбежал, блядь. А, не, не получил. Да мили там хватало, что спор, похуй. А дэмэш выйдет погулять, что вы нихуя не дэмэшите, вы только пельмени ловите, блядь. За него щук, дэмэдж, отбеги, блядь, пожалуйста. Милики, бахна. Ну щук. Спасибо. Хорошо. Зажми сокру, Фелиция, быстрее. Не мелик или нет, не знаю. Нет, дальше. На войду. Я отошел. Забирай с меня эту хуйню. Я придумал. Сейчас убьем скажу. Эти можете тоже не сносить, похуй. Вообще должны, блять, убивать до едкой гнили, по идее. Хотя вы, учитывая, сухой пельмени наловили, ДПС потеряли, то вряд ли. Лучше сносить. Пельмень. Нет, да. Блэкич. Да, пельмень, милики. Блять, центр прямо. Это я, по-моему, кстати. Вроде в меня, наверное, полетел. Пельмень. Мили опять. Пельмень. Вальмора. Пельмень, мили. Пойдется пар. Пельмень. Фелиция вроде или куда? А не. Мили опять. Да не бан. Нас все ресли. Хуярь, хуярь. Похуй на кастеров, они ебаные дауны. Реально, блядь. Красиво. Ну, без кольца на технику упал. Да, я помню, сколько нервов было на него потрачено. Я его даже чувствую. 21700 без вармс. Алканфел 21500. Да, кровь не дышь, конечно, блин. Кровь не дышь. Смотрите, я пузом кверху лежу. Не сбивайте, блядь, смотрите, нихуя себе. Ебать. На чиле, на расслабоне. Просто, блядь. Чисто рыбка притворился, да? Ага. Шо, блядь, позитрон. Даже воет больше, чем ты дал, нахуй, на сурке. Даже, блядь, я только сейчас, блядь, заметил. Да кахули меньше лагать. Что, правильно? Хуярь же ДЦ.
Я еще там ГКД проебывал, блядь, три раза, нахуй. Ой, блядь. Так. Да, в три танка, наверное. Давай, реслинг теперь еще. Ничего, ничего, БМ фапнут, сука. Обоссу. Угу, там соф скоро апнут. Нахуй не нужны будут уже. Будем свой цвете, свой добавить сеть наверху, встать на вас. Скоро шпшек заняю сейчас. Буду возле Войда сидеть. Главное, чтоб не возле меня. Просто... Экстрем там, блядь, постарается, мне кажется, там он прям хорошо. Нахуй. Просто местами поменяемся, нахуй. Была одна сова в гильдии, потом да. Все сов создадут, нахуй. Так, блядь. Кого тут теперь, блядь, Арислин, Фелиция, раз, два. Щука, Позитрон, три, четыре. Саппорт и Петя, кстати. Ханты. Ханты, четыре. Холишит, пять. Маничелла, шесть. Войд 7. Блять. Саун же хули? Какие еще варианты? Нет, он же это пиздец будет. Ну а че, он тупой, что ли? Нахуй, не-не-не. Блэкич 8. Че это за цифра, блядь? И тоже саппорт пей, наверное. Я уже назначил тебе человек, который в РДД стоит, остальные все под боссом. Короче, я у ворот, нахуй, это, чтобы не толпились. Ну, так, Фелиция и Арислин собирают этих, блядь, слизней. Шкаф дайте, Арислин съебался. На следующем трэше не забудьте ничего осколки поставить, то что у тебя скоро не закончится, но... На каждом боссе шкаф давать. Что-то распределяешь, как мы стоим, или плох? Просто рассосемся. Ну... Рассасывайтесь по кругу и ебитесь сами. Ну, а, вот. Еще этот, Вальмора, смотри, там, по этим людям, которые я назвал по краям, когда брызги слизи, диспель этот ебаный дебаф. Ну, только во время брызгов. Раньше, может, не диспелить. Еще на полумак. Что надо, вот. Хочу пиво, пиздец как. Какое нахуй пиво, блядь? Молока нахуй, иди попей, блядь. Мы давай еще. Давай еще ты пиво жалей. Ой, блядь, сейчас. Сука. Еще шишки. Блядь, пиво. Шишки нахуй. Вот пиво. Тут вот пиво. Да ёб твою мать нахуй. Второй раз уже, блядь. Это второй босс подряд. Блядь, ты знаешь, сколько я ДПСа потерял? Миллион нахуй. Это не я, нахуй, это, блядь, спулили, сука, раньше меня опять, нахуй. Это Блэкич опять, полюбас Блэкич. О, у него же хп меньше стало, ебать, нахуй. Хавна этого ебучего, нахуй. Блядь, заебись. А почему так, нахуй? Ну, давай подумаем, значит, кто у нас там стоял в рендже? Блять, кто-то... Подожди, сейчас я посчитаю, стоп, нахуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не понял, на. В мили, да. Мили трупы, смотри. Ну, может, танки, а, нахуй, не уши. Солнце, что-то Массия. Блять, ну кто-то не вышел с вас, нахуй. Не, восемь человек я посчитал, которые... Может, да, Фелиция стоял. В мили с вами стоял? Фелиция, а, значит, Фелиция, Фелиция подбежала, значит, я понял. Ебать, Фелиция, это даун. А ты с Арислином считал или без Арислина? С Арислином и Фелицией, блядь, 8 человек. Ну, блядь, всех вас должно быть. А, давай. 6, 6 РДД и 2 танка. Давай. Ну, я с комнаты выйду на всякий случай. Давай подстраховочного поставим, 9-го. Ладно, Сонджо, иди, блядь, в РДД, нахуй, гуляй. По кругу там, служи, выходи только. Зелененькие такие, там вон колбочки сзади, вон, видишь, выливаются там. Вот две колбы, значит, такая большая лужа. Не знаю. Красава. Сумоньте.
Так, рыб, кушайте, упав парит. Заебали, не пуляйте впервые меня, нахуй. Заебал тут был дергаться, как уебан. Я на секунде буду это пулять. Если вы, нахуй, так будете делать. Будете припоты, нахуй, свои всирать. Значит, мы будем на старых. Блэкич, блядь. Заебали уже просто, реально. Чё там, готово? Да, давай отчёты, поехали. 5, 4. Остальные там под боссом между ног стоят, не лутайте, только брызги слизи, кто под боссом стоит. Прости большое. Спасибо. Вармар, зачем? Мол, в центре стоит, можем его не диспалить. Реслин, там лужа разливается, если что. А ты бельёшь, вижу. Позитрона диспал. Позитрон, иди, блядь, сведись, Реслина, маленького. Ладно. Там лужа, аккуратно, блядь. Блять, быстрее уходите, там еще газ ебаный будет. С мили зоны. Так, вынесли на один стак. Филис еще маленький. Лужа. Хуя, блять, он уже быстро отбежал, блять, красавчик. Отбежались, он же, блядь, беги нахуй, щука, беги. Щуку поднимите, по хп сейчас сдохнет вагоны. Аккуратно, маленький там у война. Блядь, свёл. А, нормально, забагалось. Вот нахуй. Вас так. На ком сейчас маленький будет, сведите с Фелицией. Только не под газ, сейчас газ будет, аккуратно. Стерва. Все, этот Фелиция, можешь сам после этого хуйни подбежать к мелизоне твисти. Выбирай большого. Газ 8 секунд. Газ раньше держите. Прохил. Филиция 2. Реслин 2. Лужа, реслин, щука. Там ничего. Вон. Аккуратно, маленького вон стугут туби сведите там. Угу. Большого забери, кто там. Реслин. Следующего Филицева ты большого забираешь. Блять, там два стака, ебать, четыре уже. Аккуратно, Реслин, не сведи маленьких только, блять, потому что этот бабах нам не нужен лично. Филица сейчас заберешь большого и своди маленького. Маленьких сводите, Филица заберешь большого. Скоро будем делать бах. Прохил. Забери большого перец. Щука, выйди, кто там водит, холич. Так, готовьте сейчас на следующие брызги, будем сводить. Подходите там ближе друг к другу, Фелиция и Реслин. Скоро будем сводить. Блять, там лужа разлилась, Фелиция и Реслин. Аккуратно. Готовьтесь сводить. Все, сводите, сводите, сводите. Большого заберите вон еще этого ебаного, который под боссом. Дал айсбаунд. Разбежались, ушли, 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 ушли. Дай сокровище.
Под босса, быстрее, большого забери. Блять, еще второй, третий взрыв, что ли, нахуй? Вы че за хуйня, блять? Вы там мелких нахуй насводили, блять. Там три взрыва, нахуй. Я хуею, блять. Это просто пиздец, нахуй. Ой. Без комментариев, блять. Дай ему срез, Филис. Он еще когда? Тогда хуёвоч. Не, ну сложный босс по факту. Да нихуя тут сложного нету, нахуй. Тебе. Береги себя. Я, конечно, не эксперт, но говорят, когда ты поднимаешь тех, кто может поднимать, быстрее будет рейд подниматься весь. Мы уже на аспекте прибежали вообще. Так. Красавчина. На меня рыбу ставишь, что ли? Именно бакунг. У кого такой сексуальный микрофон? Только у тебя здесь такой. А, у Блакича. Давайте соберись, там уже официантка негодует. Тело пахнет жареным. На, Гришу бомжи, блин. Ой, да ладно. Чё там? Говорит, бля, позитрон вообще пиздец, нахуй, я автоатакой больше дамажить не могу. Откуда ты пиздишь, блядь? Я не так низко, блядь, под эпсом. Все, на исходной стали, давай чё. Лишь бы пиздаду. На, голос такой. С толчка, блядь. Как на пулу давай, так сразу, дайте. Позитрон, блять, ну вот смотри, так уж заведено, начиная с X2, ты всегда был нижней планкой. Я че ебушего ханты не вкачать. Я вот ханта не захотел качать чисто из-за того, что на пул надо будет давать. Бля, тоже хейчу, я еще ману тратить, пиздец. Ну в Т5 ниссы не нужно будет напуливать. Согласен. Не знаю, почему ханты не в почете у разработчиков. Ой, блядь, вы там пивко нахуй перестанете пить, почему вы мафию уронили, блядь? Дай бэт, стерва. Вставай. Дай этот тотем перезагрузочек, перебафните и брыть.
Перегрузочка, точнее. Нахуй диспелить сразу в мелизоне? В мелизоне вообще не надо сразу диспелить, блядь. Должно прокиливаться спокойно, нахуй. Урон там только, блядь, от Слидина. Большого заберите, пожалуйста, танки, блядь. Солнжес, идите мелкие, спасибо. Фелиция, забирай большого. Сейчас мелкий появится на перегрузочке. После, через 5 секунд. Сведите мелкого после газа. А, можно сейчас вести. Вот, большого заберите под вас. Сейчас после газа вот ведешь мелизон мелкого. Хотя не надо, там сейчас появится большой, похуй. Он же рип, нахуй. Мальмора готов шилд ему давать? Вставай, Сонжи. Шилд по Сонжи сразу. Блять, странно. Прохил. Мача, дай БРП. Кунку против. Дай пизду, нахуй. Вы, блять, совсем ебанулись или что, нахуй? Дай БР войд по кунке. Только не вставай по кунке. Только не вставай, ага. Там еще АОЕшка. Блэкич еще, позитрон. Ясно, нахуй пиво в пизду, падайте нахуй. Я не хочу, блять, я хочу нахуй все ливнуть. Вот меня реально уже это заебало. Ну, я ебал нахуй вот этим, блять, суповым набором нахуй, эту хуйню пить опять сейчас, блять, вайпаться тут нахуй, 2 часа, блять. На ебаном гниломорде, сука, нахуй, тупорылые, сука, создания, блять. Слизня нахуй свести не можете, блядь. Пиздец, блядь, метки умирают нахуй под боссом. Я хуею, блядь. Ну это победный трайт. Легалайз плюнул. Но морда. Пиздец, блять.